А? Она здесь внизу уже 15. Здесь, а я давно уже не видел. Вот и белочка. Это парк Победы. То у меня спрашивали, есть у нас белочки, парки Победы или нет. Вот белочка. Сейчас ближе попробуем подойти. Покажу вам. Вот она, вот испугалась. А сейчас мало их что-то здесь стало. То раньше во дворы забегали. Не то на Фролинке забегает к нам одна. Он там синичи кормил. И они в кормушку туда ныряют. Нет, домик свой есть. Погнали, народ, на опаздывание. Да я тоже, честно говоря, спешу. Сейчас мы посмотрим ближе, друзья. Это не часто. А вот она, красавица. Вчера синичек видели, сегодня белочка. Кстати, под охраной. Вот охранник сидит. Вот она. Она не боится, ее подкармливают здесь постоянно. Вот она, белочка наша. А вот и синичка. Вот синичка прилетела. Короче, они вместе целуются, как и у нас. Так, ладно, друзья, все-таки я по делам спешу, честно говоря. Это вот центральная аллея. От улицы 50 лет в ЛКСМ я шел здесь. Сейчас вообще-то я иду по делам, конечно. Вот синичка и белочка. Да, лес неприглядный, конечно, у нас. Это вот здесь тренажеры как раз. А здесь для детей сделали. То пока папки с мамками тренировались там на тренажерах, детки поигрались, вот здесь у них такой специальный городок сделан. А сейчас я иду, короче, в налоговую иду. Что-то мне не пришел налог, хотя я налог онлайн плачу, конечно. Ну, непонятно ничего. За машину начислено. Оплачивать ноль. В общем, пойду узнаю, разберусь. То до 3 числа надо все оплатить, до 3 декабря. А сегодня у нас 30 ноября. Завтра вот зима календарная начинается. У нас уже началось. В общем, был дождик вечером. Потом снег пошел. Дорожные службы у нас, как всегда, проспали это дело. Вообще-то у нас Ленинский район всегда лучше убирается. Дом отношения, это дороги убирают лучше. Чистят там все. Все-таки центр города. А промышленные чуть похуже. Так, надо одевать перчатки.
5 градусов мороза. Это у нас охрана. Улица Лермонтова. О, все убрали, все почистили. Наледи вообще нет. Вообще завтра говорят, что будет изменение погоды. Обещают у нас плюс 1 градус. Вот это улица Лермонтова у нас. Замечательного русского поэта, который трагически у нас погиб. Пятигорске, на Ставрополье. Ну тогда это считалось, что это была ссылка на Кавказ. А сейчас мы увидим на площади 200-летия Ставрополя. Это у нас вот Гарден Сити. В общем, построили такой комплекс жилой в лесу. Ну, вообще здесь была вот волейбольная площадка, здесь небольшая. Ну а потом начали здесь строительство вот такого жилого комплекса. Охраняемая территория. Заезд с улицы Лермонтова, где мы были. Ой, что это он такой красный, наверное, замерз парнишка. А вот ветер был, все попадало здесь. В основном сухие такие ветки. И, в общем, еще какая причина в налоговую мне пойти? По налогу у меня задолженности нету. В общем, я поменял паспорт просто. И теперь вот везде надо бегать, все, значит, переделывать. Или, как говорят, носить изменения. В общем, когда паспорт делал, начальник паспортного стола сказал: я тебе сейчас подарок сделаю. И, короче, выдала мне его в день моего рождения. А сейчас получается накладка, что день и месяц моего рождения совпадает с днем... Ой, ты упал, парень. С днем и месяцем выдачи паспорта. И получается, он ни по каким программам этот паспорт не проходит. Ну, хотя сильных накладок, конечно, не было. Ну, в отделе с кадров сказали, что лучше поменять паспорт. В общем, сегодня на работе был. Показал новый паспорт. В МФЦ я сдал, все это проще там. Через 16 дней прошел, получил, да и все. Никаких практически очередей нет. Сегодня у нас ветерочек. У тебя температура минус 5. На десятку точно тянет. Это вот площадь 200-летия Ставрополя. А это вот ботанический у нас. Кто-то спрашивал меня. Ну там гаражи у нас прямо идут. Если вот чуть дальше пройти, там будет 18-я школа, а вот ботанический один. Есть в основном пятиэтажки.
Здесь у меня, кстати, одноклассница живет. В пятом доме. Вот прямо у нас энергомера. А за ней уже там находится администрация промышленного района, пенсионный фонд, налоговая. Я думаю, ветерочек вам слышно, как у нас. Есть кафе у нас. В общем, даже не верится, что завтра будет потепление. Но все может быть, я ничему не удивляюсь. Кафе легенда. Шеф кафе даже, я легенда. Здесь эту обрезку деревьев сделали. Вообще это у нас телемир. Скажем так, что бывший. Собственно говоря, улица Ленина. Сейчас пешеходный переход мы спустимся. Специально пандусы здесь сделаны. Но обычно у нас здесь авторы свои песни исполняют. Но возможно, что сегодня не будет. Так, а здесь у нас ремонт обуви. Да, сегодня никаких авторов нету. У нас как только чуть зима начинается, чуть снег выпадет, все, у нас коллапс снежный. 5 градусов мороза, все. Все начинает у нас тормозиться. На БАМе я служил, вот там снег. С метра выпадет, а всю зиму лежит, пока не потемнеет. Вот, все убирается у нас. Вот там Сбербанк у нас. Шеметел чуть, вот намело чуть сугробы. Еле наклонились. Ну как выросли. А, здесь у нас пенсионный фонд. Прямо администрация, соцзащита, а вот налоговая. В общем, сейчас узнаем, есть ли у нас задолженность или нет. Может, произошла какая-нибудь ошибка. В общем, заплатил налоги и спи спокойно. А я хочу спать спокойно. Все, друзья, пришли в налоговую. Федеральная налоговая служба.